Добрый день, друзья. Мне когда-то заказали под обложечный материал с кратким интервью для журнала «Стори». Вот этот. Фотографию делал Миша Королев, давнишний мой знакомый еще студенческой поры, известный очень фотограф, глянцевый, я бы даже сказал культовый. Я к чему это? В этом же году, когда делалась вот эта сессия, я к Градскому по просьбе Димы Мишенина приводил режиссера Славу Цукермана и самого Дмитрия Мишенина. В гости мы приходили, там часовая записана беседа. И там был один небольшой эпизод, как раз когда я вспоминал Мишу Королева, которого я помнил еще Михаилом Моргенштерном. Вот просто эту минутку я сейчас здесь оставлю для вас. Все, в конце концов, выходят за Юлию. Это давно известно. В конце концов. Но с самого начала пробуют на русских. Рожают детей, пробуют на русских. А потом выясняется, что, блядь, надо с евреями жить, оно как спокойнее. То есть, ну, рожают на русских. Просто потом, что Миша Королёв, который я снимал, пошли обедать потом, и что-то начали говорить про кризис, все такое. И Миша грустно сказал, а Миша человек, который еще в институте, с нежностью, он Моргенштерн. Такой значок. Может, в Союзе выпущен на 250 миллионов, когда он любил ходить с этим значком. И он сказал, ты знаешь, я, блядь, изжил из себя все еврейские черты. Но у меня после этого больше изделий. Это, блядь, просто аморизм. А где русский аэрофизм? Полупрофизм. Как я? У меня мама русская. Ну, как у меня? Вот, просто аэрофизм.